Дети, которые родились при помощи искусственного оплодотворения, умнее своих сверстников. Такой вывод делают ученые. Причина проста. Им уделяют больше внимания, ведь ребенок действительно долгожданный. Процедура сложная, а шансы забеременеть небольшие, но желающих меньше не становится. В регионах предоставляют бесплатные квоты на процедуру. Юлия Боброва расскажет, сколько сибирячек готовы пройти ее в этом году. 20% супружеских пар в России не могут завести ребенка. Это одна из причин, по которой семьи все чаще решаются на экстракорпоральное оплодотворение, проще говоря, искусственное. Сама процедура стоит десятки тысяч рублей. Выход есть – ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования. Государство выделяет на одну попытку более 140 тысяч рублей. Но, правда, за некоторые процедуры придется заплатить самостоятельно и подождать в очереди. Например, в Томской области в прошлом году сначала планировали всего 400 процедур ЭКО за счет фонда ОМС. Но когда очередь выросла, число квот увеличили, ими воспользовались более 600 томичек. Желающих много и в этом году. Местный Минздрав идет навстречу. Квот более 800. Это, кстати, не окончательная цифра. Так что томичкам повезло, так как в местных клиниках ЭКО дороже, чем в других городах Сибири. Более 80 тысяч рублей. Это без обследований. Увеличили число квот и в Кемеровской области. В прошлом году бесплатную процедуру сделали более 500 женщин. Правда, сколько малышей родилось в результате, неизвестно. Но есть общая статистика. Обычно все проходит успешно примерно в 30% случаев. В этом году воспользоваться этим шансом смогут более 800 кемеровчанок. Для тех, кто не хочет ждать, средняя стоимость базовой программы в клиниках примерно 65 тысяч рублей. Дороже она стоит в Новосибирске – 76 тысяч рублей. Но зато клиник, которые делают ЭКО по полису – больше. В прошлом году в них обратились более 500 женщин. В этом году шанс стать мамами получат уже 700 пациенток. Кстати, так как женщины имеют право выбирать, где проходить обследование и делать, собственно, само ЭКО, многие едут именно в Новосибирск. Амички не исключение, хотя в регионе тоже делают процедуру по полису. На выбор 4 клиники. Там же можно сделать искусственное оплодотворение и платно минимум 70 тысяч рублей. Но зато число квот не меньше, чем в том же Новосибирске. План на этот год 700 процедур. В прошлом году их было 400. И, кстати, 300 амичек в итоге смогли забеременеть. А это уже хороший показатель.